Итак, перейдем от слов к делу. Перед вами стенд тестовый, который состоит из сканера Uniden, из платы BeagleBoard, из питания для платы, которое представляет собой вот такая вот литий-ионная батарея. Два внешних накопителя, флешка и жесткий диск. Плата может запитываться как через USB-порт. В этом случае мы можем использовать вот такую батарейку. Это удобно, особенно в полевых условиях. Либо мы можем запитывать ее через адаптер питания, который должен выдавать максимальный ток 2,5 ампера. Это необходимо для того, чтобы запитать тот же самый внешний 2,5-дюймовый диск, который в случае подключения через питание платы через USB потребует дополнительного внешнего питания. В данном случае питание будет дополнительно браться от ноутбука. Про подключение. Значит, пункт первый уже выполнен. Плата подключена. Здесь есть один тонкий момент. Плата не имеет встроенной батарейки, такая, которая существует во всех обычных компьютерах для сохранения времени. Хотя опционально она может быть установлена с помощью паяльника. Поэтому, чтобы время было правильное, плату необходимо подключать к сети интернет. Этот пункт я уже выполнил. Плата подключена к батарейке, запущена, подключена к сети. Далее подключаем аудиокабель в Line-In. В качестве выхода вы можете использовать либо наушники, которые подключены в Line-Out, или любой динамик. USB-кабель, управляющий от сканера, подключаем в любой свободный порт. Далее мы включаем сканер. И с этого момента плата автоматически начинает записывать эфир. Подробнее о том, как это работает изнутри, я расскажу, когда мы взглянем на консоль.